Получается, что полет на Марс — это, ну, дико дорогая игрушка. Нам нужно колонизовать не только Марс. Марс — это некая сейчас вот мечта, о которой мы говорим. И Луну, и другие планеты. Что вас пугает, а что наоборот восхищает? И, наконец, что ждет всех нас завтра? Спор о будущем человечества ведут двое. Ивар Максутов, философ, религиовед, основатель издательского дома «Постнаука». Роман Авдеев, бизнесмен, филантроп, отец 23 детей, соучредитель «Постнауки». Время выбрать свою сторону. Страх и трепет. Грядет планетарный катаклизм. Марс стремительно охлаждается и становится непригодным для жизни. Населяющие его существа решаются на вторжение. Они прилетают на Землю, чтобы колонизировать ее. Начинается война миров. 19 октября 1899 года 17-летний юноша залезает на вишню. Он только что прочел «Войну миров» Герберта Уэллса, а на дерево он забрался, чтобы получше рассмотреть звезды. Он одержим идеей. Человечество просто обязано исследовать Марс. Зовут этого молодого человека Роберт Годдард. Начиная с этого момента, он посвятит свою жизнь созданию ракеты, которая воплотит в реальность его мечту о Марсе. Тем временем, технические ошибки в романах другого известного фантаста, Жюля Верна, вдохновили провинциального школьного учителя из России Константина Циолковского на разработку теоретической космонавтики. В своей статье 1912 года он формулирует важный принцип: «Земля — колыбель человечества, но нельзя вечно жить в колыбели». Циолковский был первым, кто научно обосновал преимущества ракетного принципа космического передвижения. Вообще, космический перелет был бы невозможен без третьего закона Ньютона. Согласно закону, на каждое действие возникает равное по величине и противоположное по направлению противодействие. Этот закон известен любому, кто хоть раз пытался надуть воздушный шарик, а затем отпускал его и наблюдал, как тот мечется в разные направления. Воздух, стремящийся с силой выйти из шарика — это действие. Поступательное движение самого шарика — противодействие. Аналогично, в случае ракеты действие — это раскаленный газ, выбрасываемый с одного конца, а противодействие — поступательное движение ракеты. Роберт Годдард рассчитал скорость, которая необходима ракете для того, чтобы выйти из поля тяготения Земли — 11,2 км в секунду. Это намного быстрее, чем можно было разогнаться на лошади или автомобиле начала 20 века. Но как же сделать такую быструю ракету? Китайцы изобрели ракеты уже много столетий назад, но они использовали порох, и толку от таких ракет было немного. Использовали их в развлекательных целях. Экспериментируя с различными видами топлива, Годдард пришел к выводу, что порошковое топливо неэффективно, и заменил его на жидкое. Он построил ракету с двумя баками. В одном было топливо, в другом — окислитель. Жидкости через систему трубок и клапанов подавались в камеру сгорания, где происходил тщательно контролируемый взрыв, способный толкать ракету. Годдард понимал, что по мере подъема ракеты ее топливные баки будут постепенно опустошаться. Его следующее новшество — многоступенчатые ракеты, которые отделяли использованные топливные баки и таким образом избавлялись от бесполезной нагрузки. Это резко повышало дальность и эффективность полета. Наконец, Годдард использовал гироскоп, чтобы космический корабль, даже отклоняясь от своей траектории, мог изменить работу своих двигателей так, чтобы компенсировать это отклонение и вернуться на первоначальный курс. В 1926 году он произвел запуск ракеты на жидком топливе. Ракета взлетела вверх на 12,5 метров, продержалась в воздухе 2,5 секунды и приземлилась на капустную грядку в 56 метрах от точки старта. Местная газета вышла с язвительным заголовком: «Лунная ракета промахнулась по своей цели на 238 799 миль». Полет в космос все еще казался фантазией писателей, но никак не делом серьезных ученых. Годдард умер в 1945-м. Еще раньше, в 1935-м, умер Циолковский. Они не увидели запуска первого спутника, полета на орбиту первого человека, первый выход в открытый космос и высадки людей на Луне.
Но именно такие визионеры, как Годдард и Циолковский, запустили цепочку событий, которым суждено было изменить ход истории человечества. Сейчас космос снова становится уделом энтузиастов, многие из которых уже успели сделать состояние на Земле и теперь строят планы полета на Марс. Есть ощущение, что человечеству продали сказку о жизни, которой, ну, не на нашем поколении, не на поколении наших внуков, не на поколении их внуков, она не будет осуществлена. Мы начитались книжек фантастических о покорении других планет, мы начитались, насмотрелись фильмов, и нам очень хочется, чтобы человечество стало межпланетной цивилизацией. Но горизонт такой далекий, что если мы действительно огромные ресурсы человечества вложим туда, мы отдачу не получим, а ограниченные все-таки ресурсы потеряем. И вот эта приоритизация... Потеряем или приобретем? Мне кажется, в развитии, и это показывает ход всей истории, мы приобретаем. И дальше я бы обман отделял бы от сказки. Без сказки мы, как человечество, жить не можем. И это очень важно. Вопрос обман, вот то, что сейчас творится, и как мы собираемся жить на Марсе, колонизировать Марс, конечно, будет все по-другому. Но это не обман. Ну, а не пугают тебя люди, которые вот сейчас записываются и готовы отправиться на Марс с билетом в один конец? То есть понятно, что тех, кого отправят там в первом, втором, третьем, не знаю, каком-то эшелоне, первые колонисты, они покупают билет в один конец. Те, которые люди ехали в Америку колонизировать из Англии, они тоже покупали билет в один конец и об этом даже не думали. Первый человек, который решил полететь, сделал крылья и решил полететь. И упал. Сломал себе шею. Его когда привезли в больницу, он сказал, жертва неизбежна. Я не призываю ломать себе шею, но вот как вопрос, это нам всеми двигает. И я точно думаю, что нам нужно колонизовать не только Марс. Марс — это некая сейчас вот мечта, о которой мы говорим. И Луну, и другие планеты. Фантасты и футурологи 20 века в один голос твердили о необратимости колонизации Марса. Например, писатель Артур Кларк полагал, что человек впервые ступит на Марс в 2021 году. А фантаст Айзек Азимов, что к 2014 году между планетами установится регулярное сообщение беспилотных кораблей. Но почему именно Марс стал нашим следующим после Луны пунктом назначения? Ведь есть Венера, и она ближе. Но Венера точно не вариант. Средняя температура на планете почти 500 градусов по Цельсию. Даже дождь на Венере не приносит облегчения, поскольку состоит из едкой серной кислоты. Кроме того, посадка летающего аппарата на Венеру слишком трудна. На планете сильное притяжение и огромное давление. А вот Марс — другое дело. Марс почти на том же расстоянии, что и Венера. То есть космическому аппарату лететь до Марса примерно 5-7 месяцев. Но у Марса есть атмосфера. Не такая плотная, как на Земле, но достаточная, чтобы дать некоторую защиту от солнечной и космической радиации, а также облегчить аэродинамическое торможение космического летательного аппарата. Марсианская гравитация вдвое меньше земной, что упрощает взлет космических аппаратов с поверхности планеты. А еще на Марсе есть лед. И марсианские сутки составляют 24 часа 39 минут. Ну, прямо как на Земле. Но если все так просто, почему за последние 50 лет человек так и не оказался на Марсе? Зачем отправлять туда людей, когда, ну, там, большая часть того, что мы хотим сделать, вполне с этим справятся роботы. Ну, отправили мы марсоход Curiosity, еще парочку марсоходов отправим, еще техника будет более развитая. Пусть это будет планета роботов, нам там делать нечего. Там нет атмосферы, в которой можем жить. Окей, там есть вода, которую как-то нужно будет насобирать, что там, не знаю, пить собственную переработанную мочу. Ну, какое-то сомнительное удовольствие. Наверное, есть люди, которым очень, ну, нравится такой экстрим. Вот они ходили раньше в Антарктиду, теперь им нужно что-то еще более суровое. Может быть, туда можно преступников отправлять, пусть они там отрабатывают какой-то долг перед человечеством, например. Чинят, меняют какие-то там марсоходам запчасти и так далее. Но мне кажется, что если уже из гуманистических соображений сходить, не надо туда никаких людей отправлять. Там должны быть железяки, пусть они друг друга чинят, как-то совершенствуются. Очень романтично ты о железяках. Это, во-первых, нереалистично. И второе, колонизация Марса
Реальная колонизация Марса и реальное развитие без человека невозможно и в ближайшие годы будет невозможно. И вот отправлять туда преступников, чтобы они там, это точно не работающая идея. Туда должны отправляться энтузиасты, которые горят этим. Если даже мы представим, что человек зачем-то необходим, хотя я не вижу, собственно, что там такого особенного должен делать человек, что не может сделать робот, или человеко-машинное какое-то устройство, будем передавать сигнал, он будет там с манипулятором. Давай я тебя спрошу, а тогда зачем человек на Земле? Ну, может быть, то есть на Земле... Это сложный вопрос. Может быть, он не нужен. Нужен, чтобы пластик произвести. Да. Я к тому, что очевидно, что мы развивать цивилизацию и развивать технологии здесь, на Земле, без человека не можем. На Марсе не можем тем более. Вопрос, пригодна ли планета на самом деле для жизни? Колонизация... А мы же не занимаемся колонизацией Антарктиды. Мы понимаем, что она непригодна для жизни. Но даже если мы это согласимся с тем, что колонизировать зачем-то нужно, бог с ним, окей, мы их отправили туда, они же не долетят. А мышечная атрофия, радиация, огромное количество возможных побочных эффектов. Космонавты, которые будут находиться, как ты говоришь, в этой консервной банке, а мне кажется, в космическом корабле, это правильно называть, им, вот если сравнить с теми путешественниками, которые до этого открывали другие материки, путешествовали вокруг света, они были полностью оторваны. Сейчас технологии сделали огромный шаг. И обеспечить на корабле канал связи, такой же, как дома, нет никакой проблемы. Они не будут ни здесь, ни на Марсе оторваны от цивилизации. Они будут частью нашей цивилизации. И они будут общаться с родственниками. Они будут смотреть театр, кино. У них будет такая жизнь. Только они будут... Безлимитный Wi-Fi и подписка на Netflix. И можно посмотреть все, что не посмотрел дома. Да, да. После высадки на Луну экспансия человека встретилась с естественной преградой. Основная проблема – расстояние до Марса. А расстояние в открытом космосе – это деньги. Доставка полукилограмма груза на околоземную орбиту стоит более 10 тысяч долларов. Представьте себе, что ваше тело сделано из чистого золота. Примерно столько стоило бы доставить человека на орбиту. Это огромные деньги, особенно учитывая, что после окончания холодной войны правительства больших стран уже не так охотно выписывают чеки на освоение космоса. Сейчас ситуация такова, что все государства вместе взятые тратят на космос столько же, сколько США. При этом в США сегодня затраты на космос небывало низкие. Если на пике в 60-х на бюджет НАСА уходило примерно 5% всех федеральных расходов, то теперь эта цифра меньше 1%. О многом говорит и то, что президент Барак Обама в 2010 году ликвидировал программу «Созвездие» Constellation, готовившую замену космических челноков, а заодно лунную и марсианскую программы НАСА. Чтобы облегчить налоговую нагрузку на избирателей, он прекратил финансирование этих программ в надежде на то, что эстафету примет частный сектор. Как и 100 лет назад, освоение космоса становится уделом энтузиастов, визионеров и миллиардеров. За дело взялись богатейшие люди планеты. Основатель Amazon Джефф Безос и Илон Маск, генеральный директор SpaceX и Tesla. Получается, что полет на Марс — это дико дорогая игрушка. Невероятное количество денег вкладывается в решение, которое на каком-то ближайшем горизонте никакой пользы человечеству не несет. Зачем тратить столько денег? Я понимаю, что, может быть, для отдельных людей, которые начинают в эту гонку включаться, это просто способ каких-то заработать шальных денег на фантазиях людей. Но эта фантазия очевидным образом нас никуда не ведет. И у этого должно быть какое-то разумное регулирование. Какое-то. Причем сейчас это все равно деньги налогоплательщиков. То есть там Маск, Безос и так далее борются за государственные деньги, а значит, забирают деньги налогоплательщиков. Я не вижу, и меня пугает то, с какой легкостью человечество расстается с ресурсами, которые могут быть направлены на решение реальных проблем. А Марс никакой такой проблемы нам очевидным образом не принесет. Побочно может быть. Так если мы в любую проблему вбухаем много денег, какой-то побочный продукт появится от этого. Мы какое-то знание приобретем. Но мы же не вкладываем сотни миллионов, миллиардов любой валюты в решение, в создание какой-то суперклассной лампочки. Мы не вкладываем в разработку более эффективного кофе.
Потому что у этого нету понятного видимого горизонта. Здесь есть несколько тезисов, с которыми я принципиально не согласен. Первый тезис, когда мы говорим, что мы собираемся в космические программы и в программу освоения Марса вкладывать непомерно много. Понятно, когда каждый человек с семейным бюджетом это сопоставляет, с тем, чтобы купить машину, это надо сопоставлять с мировым ВВП. Второй вопрос. Да, безусловно, то есть будут побочные какие-то продукты от освоения космоса, и мы их очень много имеем, даже самые неожиданные. Во время лунной программы первый ноутбук был разработан для полета на Луну. Надо было сделать поменьше, полегче, потому что это просто дорого. И таких множество вещей при разработке. Про частный бизнес, да, безусловно, то есть есть контракты, за которые борются сейчас богатейшие люди планеты за деньги НАСА, но они и вкладывают свои. И делают это, удешевляют, и делают это эффективно. Благодаря Илону Маску полеты в космос стали дешевле. И более того, благодаря частному бизнесу, мы сейчас говорим о туризме в космос, кто об этом мог бы подумать? И мне кажется, что это не удорожает, а удешевляет. А вопрос здесь все время есть концептуальный вопрос, когда мы говорим о том, стоит ли развиваться, или стоит вот, ну, только... Ну, это вопрос просто выбора, и, на мой взгляд, он не стоит, и серьезно мы это обсуждать не можем. Ну, в этом смысле здорово, что в этот процесс помимо государства приходит бизнес, потому что рынок способен решать задачи гораздо эффективнее, чем государство. И то, что показал Маск с возвращаемыми ступенями, возможность их переиспользовать, снижение вот этих, ну, в принципе, расходов на каждый полет, это здорово. И как бы этому можно аплодировать, и, несомненно, талантливые люди, которые собрались вокруг вот этих космических новых программ, позволяют делать космос более доступным, и, может быть, действительно, там, в ближайшее время мы полетим с туристическими поездками, значит, какими-то круизами, ну, если не на Марс, то, по крайней мере, на околоземную орбиту, а потом, может быть, на Луну. Но, опять, меня настораживает то, что мы замахиваемся и ставим себе цели, которые пока труднодостижимы. Давайте эффективно, там, не знаю, пока выходить на околоземную орбиту, потом, может быть, какой-то на Луне ресторанчик откроем какой-то. Вот, это же сейчас это все происходит. Это сейчас и двигается, то есть никто же не против. Да, но если это программа мы не будем замахиваться. Освоение Луны, а не Марса. А разговоры у нас в основном о Марсе. У нас есть разорившийся этот стартап Mars One, который обещал чуть ли не там вот, ну вот буквально сейчас нас уже первую партию высадить на Марс. Ты туда записался, я надеюсь? Много. На Марс, что у тебя как... Нет, мне пока здесь хорошо. Я пока понаблюдаю, вот они высадятся, мы посмотрим. Когда будет понятно, как там, значит, санэпидем обстановка, вот, чтобы можно было без масок ходить, то мы высадимся. Да, я здесь с одним... Тезис согласен. На этом пути мы будем совершать много ошибок. Но не ошибается только тот, кто ничего не делает. И никакого другого пути, как пробовать, падать с синяками, вставать и двигаться вперед, у нас, как у человечества, нет. Давайте попробуем заглянуть вперед и представить, каким будет полет на Марс. Участники первой миссии к Марсу, вероятно, уже родились. И, возможно, они сейчас изучают астрономию в старших классах школы. На Марс отправится команда, состоящая из пилота, инженера, ученого и врача. На данный момент реалистичный план звучит примерно так. Большой корабль, 100 тонн груза, поднимает на орбиту большая ракета, которая сразу же возвращается и отдельно выводит на орбиту танкер с топливом для заправки корабля в космосе. После этого межпланетная транспортная система готова к полету. Как вариант, остановка на Луне для дозаправки или даже для смены транспортного средства. Дальше – долгое и тоскливое путешествие к Марсу. 9 месяцев в небольшом замкнутом пространстве. Во время полета будет нечего делать, за исключением редких рутинных коррекций курса. Наступит момент, когда астронавты войдут в марсианскую капсулу и отделятся с ней от основного корабля, который останется ждать на марсианской орбите. Первая группа проведет на Марсе минимум несколько месяцев, прежде чем Земля встанет в нужное положение для обратного путешествия. Первая марсианская временная база будет находиться, скорее всего, под Землей.
А может быть, первой базой будет некий марсоход? Какой бы ни была база, питать ее наверняка будут солнечные батареи. Марс – место не самое веселое. Кругом пустыня, песчаные бури, вспышки на солнце. Все это несет смертельную угрозу астронавтам, поэтому они будут максимально осторожны. Выполнив программу пребывания на Марсе, в основном сбор всевозможных данных, астронавты вернутся в свою капсулу и улетят. И потом еще 9 месяцев назад в замкнутом пространстве до возвращения на Землю. Даже если такая экспедиция случится в 21 веке, потребуется еще очень много времени, прежде чем Марс станет более доступным и уютным местом. Тем не менее, еще 100 лет назад весь мир смеялся над теми, кто мечтал о полетах в космос на ракете. А теперь проектировкой ракет успешно занимаются частные компании. Человечество не перестает грезить тем, чтобы освоить космос и стать межпланетным видом. Человечество, которое начинает колонизировать Марс, оно начинает меняться, оно естественным образом будет меняться. Как минимум на него будет оказывать влияние марсианская гравитация, на него будет оказывать влияние вот эта транспортировка 2 года туда, 2 года обратно, или даже год туда, год обратно. Оно будет в принципе меняться. Те люди, которые начнут колонизировать Марс, и особенно те, которые там останутся, они начнут меняться как вид. Это будут уже не, ну если это будет еще Homo sapiens какой-то, марсианикус, они будут другими. То есть есть люди с планеты Земля, земляне. Если будут на Луне, будут какие-то лунариане, и будут еще марсиане. Они начнут меняться, человечество начнет разделяться на несколько видов. Если тебя пугает перспектива появления каких-то вечно живущих, вечно зеленых эльфов у нас на планете, так они просто будут где-то в другом месте обитать. Они начнут отделяться. А это разделение, ну, как минимум, приведет к какому-то сложному размежеванию. Те люди, те дети, скажем, которые родятся на планете Марс, просто в силу того, что другая гравитация и по-другому будут устроены какие-то у них внутри физиологические процессы, они не смогут, скажем, жить на планете Земля. Они просто вернуться не смогут, потому что они не выдержат нашу атмосферу. И мы начнем разделяться. Это разделение ни к чему хорошему не приведет. Я не поддерживаю этот тезис. Те люди, которые родятся на Марсе, не смогут вернуться на Землю. Почему-то, то есть из Земли мы говорим о том, что мы сможем полететь на Марс, и они смогут. Да, безусловно, будет больше разнообразия. Да, будет больше открытий. Но в этом же и цель. В этом же и цель полетов на Марс. С точки зрения, что возникнет еще цивилизация на Марсе, на Луне, на других экзопланетах, которых сейчас известно больше 4000. Это же и есть хорошо. Это же и есть цель. Мы как вид приспособлены к жизни вот на этой одной планете. До экзопланет, ну, нам как до Луны. Там, если даже освоение ближайших планет потребует от нас фундаментальных изменений биологических, а значит и социальных, мы будем разделяться на 2 разных вида. Не говоря о том, что даже просто банально борьба за ресурсы планеты может вызвать много вопросов. Во-первых, пока никаких ресурсов там нету, мы не видим, чтобы Марс был хоть как-то полезен, но даже попытка, если вдруг, не дай бог, там окажется какой-нибудь редкоземельный металл и будет обнаружен, он приведет к эскалации конфликта между теми странами, которые способны туда долетать. И новый виток холодной войны. С точки зрения разделения, мне кажется, многообразие — это вообще хорошо. И мы почему-то уже возвращаемся все время к войнам, холодным войнам, горячим войнам. По-моему, человечество научилось договориться, и, на мой взгляд, такие космические цели, ну, поистине звездные горизонты, изменят нас в лучшую сторону. Мы забываем о том, что у нас есть вот эта планета. На этой планете есть реальные проблемы. Может ли быть обитаем Марс? Черт его знает. Может быть обитаем Луна? Пока это все фантазии. У нас есть реальная планета, которая с каждым годом, с каждым десятилетием становится все менее и менее пригодной к обитанию. Глобальное потепление, огромное количество мусора, перенаселение, проблема с тем, как все это население кормить. Вот с этими проблемами, кажется, нужно бороться, а не думать о том, что у нас есть какой-то запасной путь. И эта фантазия, как мне кажется, самая опасная. Представление о том, что мы вот в любой момент сядем, улетим на какую-то другую планету. Я смотрю на это все оптимистично, хотя те проблемы, которые говоришь, я понимаю, слышу о них, нужно разговаривать, нужно обсуждать. Про них ни в коем случае нельзя забывать. Но все-таки, то есть, судьба человечества – это поистине божественно. Ну, аминь просто. Аминь на это. Все.
Спасибо вам за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Мне лично было интересно. Если понравилось, подписывайтесь на канал и вступайте в клуб друзей постнауки. Будет много интересного.